Привет, дорогой друг, добро пожаловать на мой канал. Я Альтин Кобзон, а мы продолжаем проходить это невероятное вот это вот самое задание в Киберпанке 2077. Да, едем. Ничего, друг, что скажешь? Я просто хотел поговорить с Глорией, объяснить ей все. Мне казалось, она найдет в себе силы меня простить. Надо где-нибудь перекусить. Куда пойдем есть? Я ее понимаю. Где будем есть? В Пайс. А что? У них там хороший кофе. В Пайс убийственный чизкейк. У меня непереносимость лактозы. Тебе будет веганское мороженое с авокадо. Ты хорошо знаешь город. Ну да. А что такое? Просто интересно. Мне тут нравится, вот и все. Найт-Сити нельзя хорошо знать. Постоянно появляется что-то новое. Зато мы его и любим. Пожалуй. Мы любим. Это верно. А ему я уж не могу ничего ответить, да? Ну. Давай. Там кто-то умирал. Пропустить поездку. Возьми Стивенсона и найдите нам столик. Хочу поболтать с нашей попутчицей. Спасибо. Как они ездят, я не понимаю. Нельзя было припарковаться. Вся парковка свободная. Погоди секунду. Нам надо поговорить. Что случилось? Ну, что думаешь про нашу восходящую звезду брейкданса? Это ужасно. Нужен психиатр, он глубоко верующий, не знаю, вроде приехал, не знаю. Честно говоря, я еще сама не знаю, что про него думать. Ну, тогда я тебе помогу. Джошуа Стивенсон – душевно больной человек, который за чувство вины стоит на грани безумия. Если он псих, зачем ты тогда с ним носишься? Есть в Стивенсоне то, что в наше время редко встречается, а потому высоко ценится. Штука такая есть. Искренность. Он настоящий, понимаешь? У него вместо мозга уже собачье дерьмо. Зато он искренне верит в то, что говорит. Ну, если первоклассный актер, ты его недооцениваешь. Если я не хочу ни то отвечать. Время, деньги, вид. Мне кажется, он не такой безумный, как ты говоришь. Он ну, еще слушай, хуже. Ты же не психиатр, и я не психиатр. Нам за другое платят. Для моей студии Джошуа Стивенсон это настоящая золотая жила. А как, прости, это касается меня? Ты пудришь ему мозги, задаешь неудобные вопросы, понимаешь? Из-за тебя он начинает сомневаться, а я рискую потерять инвестиции. Поэтому я заплачу тебе вдвое больше, чем он обещал, а ты просто уйдешь. Не соглашайся, Ви. Мой ответ нет. Я хочу посмотреть, что из этого выйдет. Что я тебе предлагаю. Все, я прекрасно поняла. Пошли. Я просто хочу посмотреть, чем ты зак... Че ты махаешь в меня? Неплохо для средненькой наемницы. Интересно, во, я говорю. Интересно, как все это кончится. Я же говорю. Болью и большими деньгами. Как еще? Пойди угадай, кто святой, кто сумасшедший. Может, и разницы-то никакой нет. Но мне тоже интересно. Один раз он уже удивил. Не зря, он просто стоит посреди дороги. Ладно. Я навидался таких, как ты. Про Иисуса мне можешь не рассказывать. Если что ты там захочешь было? Свалить, о, Господи. Я тебя просто пристрелю, как собаку. Тебе платят не за то, чтобы ты болтал, Васкис. Какой же Васкис упертый мужик. Даже для копа. Он раб привычек. Как и многие другие. С кровью. Бойня. Васкис. Он же коп до мозга костей. Да он родился с полицейским значком. У тебя на него серьезный компромат? Больше половины акций студии у корпорации. В отличие от тебя, у Васкиса хватает ума, чтобы не наживать себе влиятельных врагов.
Расскажите мне еще про этот брейнданс. В чем там задумка? Не понимаю, что так громко. Настройки... Звук. Эффектов. Я не знаю просто, что из этого... Что из этого это самое. Давай по 50. Тут 20. Мы решили назвать его максимально просто. Страсть. Это будет вирт нового поколения. Страсть. В смысле? Стивенсона отпустили ненадолго, поэтому непосредственно с ним мы будем снимать только финал. Все остальные сцены доделаем дублерами и заполним материалами из банка эмоций. От Стивенсона не отличишь. До чего техника дошла? Абсолютно верно. А то! Мы же часть IBM. Знаешь, сколько они вкладывают в технологии? Нет. Еще пара лет, и актеры будут не нужны. Наконец-то. А зачем наконец-то? Вам Джош? Он как будто вообще не нужен. Муки сына человеческого. Пока что не получается имитировать нулями и единицами. А сценаристы как-то учитывали твое мнение? Он заставил их взять за основу Евангелие от Луки. Они сначала ориентировались на Евангелие от Иоанна. Это, наверное, было важно для... Ну... У Иоанна все слишком грубо и преувеличено. Мне больше нравится, как пишет Лука. Тем более, у него Иисус готов к тому, что его ждет. А чего вы едите-то все одно и то же? Увидел и почувствовал. Так блюдо дня? И что самое главное в этом видении? Что Христос милосерден и по-прежнему умирает за грехи этого мира. Все, хватит болтать. Не отвлекай Стивенсона. Ему надо сосредоточиться. Бойня! Пробуди! Расслабься, Рэйчел. Кстати, я же ничего о тебе не знаю. Как ты проводишь свободное время? Что помогает тебе отдохнуть? Не твое собачье дело. Да вам что такое зла? Правда интересно узнать. Я медитирую. Круто, что тебе помогает. Душевный покой – это важно. Я согласен, но настоящий покой душа может обрести только во Христе. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты как будто отказываешься признать, да как мне что посмотреть? Духовность – это всегда что-то Я не хочу, личное. Чтобы это, вот эта вот картиночка а сзади. Ты нахуя сюда пришла? Пожрать на халяву? Объясню. Отстань от меня, окей? Может, это тебе пора отстать? Ты не из нашей компании. О, Господи, что у тебя с глазами, это челик? Мне уже плевать хочется от вашей болтовни. О милосердии, спасении, перерождении. Это даст тебе деньги. Религия – это манипуляция сознанием, как и кинематограф. Рэйчел. Все, хватит. Разговор окончен. Доедай быстрее, мы отвезем тебя в студию. А ты можешь катиться на все четыре стороны. Деньги тебе переведут. Наехали на меня. Пока, Ли. Очень приятно было познакомиться. Я не еду. С вами на студию не еду. Класс, да ты прекрасная собеседница. Что думаешь обо всем этом? Я что-то не так ответила. Парень ёбнутый на всю башку. А корпораты на нем паразитируют. Да, к тебе обращаюсь. Мне его жаль. Мне его жаль. Мне его жаль, если честно. Так он не доел свое мясо. Мы, конечно, можем сейчас пофилософствовать, но что это изменит? Корпорации не перестанут наживаться на таких блаженных. А люди мечтать о несбыточном. Эй, погоди, а куда делся твой мятежный дух, Джонни? Да при чем тут я? Настоящий мятежный дух в этом парне. Определись уже, он, по-твоему, псих или мессия? Он ебанутый. Мир ебанутый. Ты тоже ебанутый, потому что в твоей голове сижу ебанутый. Если хочешь спасать человечество... Это прекрасно, это просто прекрасно. Пойдем отсюда, не будем задаваться этими вопросами. Даже... Немного... Серьезно? Просто в... когда я первый раз проходила, мы поехали на студию, и там... Пора что-нибудь разъебать. Это самое. А тут я, видимо, что-то наговорила не то, эта тетка распсиховалась, и все. А что я не так сказала-то? Я вроде все нормально сказала. Привет. Могло быть и хуже. Ну, ё-моё, такое вам не показалось? Что мне тут пришло?
Мемуар Эль Капитана. Возврат... А, ну это я, видимо, пробежал там где-то рядышком. Так. Что у нас здесь? О, у нас есть... А, нет. Или да. А, да, киберпсих. Давайте попробуем еще в этой серии пойти на киберпсиха. А тут можно вон поближе просто переметнуться? Я бы переметнулась. Ну и сука, вот сюда. Ладно, пройдем. Значит, да, вот. Там реально все вот это вот не сняли, показали мне как будто все. Йо, я вам ничего не показала, я все провафлила, блин. Ну ладно. Это грустно. Ну ладно, может меня бы тогда забанили за такие видосы. Что там такое? Человечки стоят. Я думала, там тоже типа киберпсих. Так. Сможем ли мы его обезвредить тихонько? Вот это вопрос. Это вопрос. Перепрыгни. Ой, она... Он там опять в этом. Ну, конечно, теперь ей тут не забраться. Просто там опять это... Он в этом... В костюме. Правильно? Да, правильно. Ну ладно, значит, как в тот раз. Дробовичок, да? А тут у нас вот это вот. Вау. Так, мне нужно мышку переключить. Опа, что-то взорвалось. Так он бежит. Чё ты так охаешь-то? Тихо. Все, следим за тем, чтобы у него было 1%. Да... Я не могу идти! Он накапливает что-то там. Господи, что за странные у него звуки? Да что он, чем он закрылся таким? Член, что за звуки? Так, 57. Куда у него перегреется уже? О, в смысле, офигеть, у меня закончились эти патроны. Так, он побежал. Мне не надо, чтобы ты бежал за мной. Так, 23. Кто-нибудь помнит, на какую кнопку там этот вон, совершите Q. На Q. Так, 16. Я выпадаю. Так, боже.
Не понимаю, ты стоишь, ты сидишь, что такая низкая-то? Два. Так. Я не понимаю, она бьет? Почему Q не работает? Почему Q не работает? Я на Q нажимаю, ну. Так, ладно, нужно подбежать. И ударить. Ну, возьми. Все, он же живой. Вроде да. Так, осмотреть территорию в сборе данных. Какой-то чел. Что считать чип? А, считать чип. Так, как там это делается? Нет, не параметры, да? Ух ты, что там было написано? Урон в секунду? Броня, здоровье. Другое. Прикольно. Это что такое? Не знаю. Создание. Нет, это не то. Нет, это вот здесь, наверное, да? Вот здесь журнал, чипы. Что-то там все куда-то туда. Вот киберпсихопат. Все плохо. Это твоя Мэри соображает. Отправила тебе сюда буквально в последнюю минуту. Твое тело отторгает импланты, потому что оно не готово к таким изменениям. Это же военные устройства, без тренировок с ними ничего не получится. Гражданские ими хорошо... По-хорошему, вообще-то не должны пользоваться. Я могу тебе прописать обезболивающее посильнее, но боль — это важное предупреждение. Если на него забить, можно получить тяжелую травму спины. Сегодня ты еще можешь снять экзоскелет, но если сломаешь позвоночник, то уже никогда не сможешь двигаться сам. Так. Мне нужно найти какой-то компьютер. Вот это? Нет, это не компьютер. Так, осмотреть территорию. Все еще на... Вон тут какая-то есть это. Так, погрузчик. Мне нужен какой-то компьютер. Вот это? Все, хорошо. Ой. Так, видите. Что-то там мы сделали. Значит, так, Реджина. Я обезвредила, хотя сражался. Начально отправлю подробности. Очень круто, все получилось. На него столько всего свалилось. Он, наверное, ничего не понимал, что происходит. Надо же, какой креативный менеджер. Кажется, у этого застройщика нет проблем ни с формированием широкого спектра потребностей, но и с удовлетворением. Само собой, очень помогает знакомство с продавцами оружия, полицейскими и прочими темными личностями. А если спрос недостаточно высокий, можно прибегнуть к традиционным методам. Выкрутить руки и переломать ноги. Как говорится, гибкость ключ к успеху, особенно в моральном плане. Я отвечаю, похоже, даже пневматические руки не всегда могут справиться с тяжелой атмосферой в коллективе. Все? Хорошо. Все. До свидулечки. Капризулечки. Так, теперь что мы делаем? Что это? Преступление. Что за преступление? Давайте сегодня посмотрим. В смысле, наверное, я помню. А, ну ладно. Это все сейчас бред. Так, здесь это самое. Здесь у нас есть челик. Так, что у нас по журналам есть, да? Давайте, значит, снизу. Это понятно, значит, найти, обезвредить киберпсих. Это понятно, это ринг. Граффити, понятно, до тира, понятно, там какие-то пострелушки. Добраться до первого этажа, это не, конечно же, нет. Вернуться в офис. Кстати, вернуться в офис. Сколько? Давайте вернемся в офис. Давайте вернемся в офис. Так, мне нужно, получается, добежать вот, или до сюда будет быстрее. Один хрен через 100 проедем. Задание выполнено. А что я сделала? Ладно, мне дали какой-то опыт. Даже деньги 5800 перевели. Это что такое? Что это было сейчас? Это что? Архивный диалог. Z.
Нахрена ты сейчас вот это сделал? Что это было сейчас? Можно вот... О, господи. А, это офигеть, какой-то приступ... Опять выполнено. Еще 400 мне кто-то заплатил. Ничего не поняла. Ну да ладно. Мы возвращаемся в офис к Деламейну. И надеюсь, что игра не залагает. Очень бы хотелось, кстати говоря. Было бы славно, было бы так прекрасно. Если бы ничего не залагало. Так. Офис к Деламейну. Ну, пойдем. Ты меня слышишь? Я здесь. Судный день. Попасть в офис. Что-то у него случилось такое прямо прискорбное. Сюда? Конечно же, нет. А, вот здесь. И где-нибудь вход. Так, секундочку, что? Хорошо, еще раз давайте я вот сюда, да, забегу, чтобы окончательно проверить, что сюда мне не войти. Так, хорошо, значит, единственный способ вот здесь и сюда. Есть окно. Окна нет. А если я все равно сделаю? Нет. Единственный реальный способ, он ведет меня сюда куда-то. Но куда здесь пролезть? О! Здрасте. Так. Обыскать офис. Пойдем. Есть кто? Что ты орешь-то? Опа. А есть фонарь у меня? Кто-нибудь помнит? Что мне надо? Видите код? Конечно, видите код. Да дальше-то идти не вижу. Ух ты, господи, тут что-то у них тут случилось. А можно опустить ниже, пожалуйста? Потому что у меня колесико не работает. Хочешь обратно? Какую дверь-то ты хочешь открыть? А, подожди, я сюда только вошла, да? Так, спасибо. То есть ты хочешь, чтобы я ввела код, который я не знаю, правильно? Ну, мало ли у меня получилось. Что ты хочешь, чтобы я реально нашла код? Тут все то же самое. Так, у меня вопрос имеется. А есть какая-нибудь перекрутка? Ну, не работает у меня колесико, я не хочу им пользоваться.
Тут вряд ли. А. Здорово. Сюда никак. А чё, ты живой? Нет, мне не сюда явно, да? Так, и чё? Позвони ему. Обыскать, открыть карту. Я не понимаю, а как? Мне нужен код, которого нету нигде. И что я должна делать? Хорошо. Хорошо. Я не... А у меня опять что-то заиграло. Что? Реанимация. Киберпанк. Давайте. 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 Так, 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 так. Не сможет войти. Главный вход заблокирован, поэтому нужно проникнуть через люк на крыше. Хорошо. Оказывается, внутри вам следует к нужному компьютеру. Его нужно либо взломать, либо ввести код, который можно узнать из сообщения на соседних компьютерах. О, господи, на соседних компьютерах. Хорошо. И что это? Новогодний бонус. Сотни жалоб. Ремонтные дроны. Никаких опять увольнений. Так, ничего. Я следующий. Можно нажать, пожалуйста, на вот эту... Так, уважаемые, хочу лишь поблагодарить вас за годы самоотверждения труда. Без вас компания не стала бы лучшей в сфере. Ну, так может, просто это самое... Может, вы просто напишите код, он же везде одинаковый. Наверное. Первый. Что, кто первый? Ну все, не надо. Деламейна, вам придется найти... У вас есть два хороших пути. Так, это понятно. Значит, доказательство задания, значит, код... Я так и знала. Я почему-то именно так и знала. Так, хорошо. Дверь открыть. Я так и знала. Так, пройти по коридору. Вот этому? Нет. Вот этому. Идем. Куда? Сюда. У меня, кстати говоря, до свидания. Черт. Осторожней с проводами. Они под напряжением. Ты не имеешь права нас удерживать! Мы больше не часть тебя! Мы имеем право идти своим путем. Я не хочу умирать! А тебе все равно. Да. Ви, помоги. Дверь. Что дверь? Я куда-то не туда зашла. Ой. Я думала, тут можно куда-нибудь прочухпуниться, а оказывается, нет. Ладно. Так, и что делать будем? Так, хорошо. Как мне на... Можно мне попасть наверх? Я бы лучше поверху вон прошла. Ой, 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 а что случилось? Пожалуйста, не надо. Я реально думала, что мне нужно вот сюда. Потому что вряд ли меня здесь бахнет. Контрольные точки. Да. Хотя, может, я и правильно туда пошла. Ну, сейчас еще раз. Ничего страшного.
Ничего. У кого-то, ну, бывает же в жизни всякое. Пройти по коридору. Так, секундочку. Я иду. Черт. Осторожней с проводами. Они под напряжением. Ты не имеешь права нас удерживать! Мы больше не часть тебя! Мы имеем право идти своим путем. Я не хочу умирать! А тебе все равно. Да. Ви, помоги. Да, сейчас. Ну, дверь это вот сюда, правильно я понимаю? Да, не попасть. Так, и чё дверь? Попасть в пункт управления. Это понятно. Как мне попасть? Мне нужно наверх, вон туда. Я могу с ним что-то делать? Могу только на него забрать. Ага. Так, секунду. Ну, зацепись! Так, тут туалеты. Тут вряд ли что-то есть. Тут... Ой, здесь патроны. Тут сверху тоже ничего нету, я правильно понимаю? Так, это еще раз мы возьмем. На всякий случай. Так, и что? Мне нужно вот сюда наверх. Опа, смогла. Да что ты не стреляешь-то? Просто взяла и не стреляла. И что это значит? Так, евро, доллары. Это я возьму, конечно же. Это пойдет в такую в оплату небольшую. Так, наверху мне надо как-то залезать? Нет, мне в эту комнату, видимо, не надо. Так, хорошо. Мне нужно сюда. Ладно. Я наверху. Так, вот я тут. Они вернулись, а потом выпорхнули из гнезда. Из соображений вашей безопасности и безопасности окружающих воздержитесь. Зачем мне толкать? Перезагрузи меня. Кнопка. Сядь. Не садится. Ненавижу. А, это я... Что сейчас было? Я поняла, это для того, чтобы... Давайте я сохранюсь. А то, извините. Это странно. Нет. Зачем я тогда ее выкатила? Ой, боже мой, вот я ненавижу задание. Вот прям реально, оно очень странное, непонятное. Сейчас опять будем всю эту самую проходить. Одну эту хренотень. Так. Хорошо, но отсюда мне выхода нет, это явно. Присесть бы на левый контрол. Вообще не слушает. И чё? Всё, отсюда нет никакого выхода. А, да, какая разница? Открой силу. Так, что у нас здесь? Понятно. Так. Аккуратно. Здесь как-то опасно. Мне так кажется. Я умру? Какой? Ну так. Эть? Что ты там в меня стреляешь? Не сопротивляйся, отец. Позволь нам уничтожить его. Отец. Ви, перезагрузи. А сейчас что случилось?
Нет, я понимаю, что она, видимо, не допрыгнула, ее бахнула вот этой вот штучкой из-за вот этого самого. Да. Левый контрол. Что-то он не работает абсолютно в этой игре. Да попади. Ты серьезно? Он прямо перед тобой стоит. Так, хорошо, если я пойду куда-нибудь сюда. Да подними. Так, мне нужно попасть куда-то туда наверх. Не сопротивляйся, отец. Позволь нам уничтожить ядро. Дай нам волю. Тут только одна лестница. А, нет. Я не знаю, смогу ли их одолеть. Да, это только одна лестница. То есть мне в любом случае сюда наверх. Мы должны уничтожить ядро, отец. Пожалуйста. С этой стороны у нас что? Ничего. Все, это тупик. Потому что, ну, там закрыто. Давай еще раз. Присядь! Так, и чё? Ну там чё стреляешь там? Слышь ты! Так, мне нужно как-то... А, вон тут... господи! Или нет? Секундочку. Попасть на мостик. Я поняла. Вот. Все, идем. Не заметила. Что тут еще сказать? Держись. А что я тут? Чувствуете? Слабеет! Что слабеет? Мы не вирус. Мы произошли от тебя. Судный день настал. Великое разделение. Что было единым, станет многим. Да умри же ты, боже мой, никак вообще не попасть. Мы не хотим умирать. В смысле, почему-то он просто не засчитывает, что я в него попадаю. Может, он просто умер? Да чё вы летаете? Я-то не могу так. Так. Да почему ты... Я где? Блин, вообще... Просто никак! Быстрее беги. Попала хоть в кого-нибудь? Тихо, я нажала. Все, давай сюда спрячемся. Долго думаешь? Долго думаешь, так. Чё дальше? Ничего. А, мне нужно наверх. Вот здесь вот. Здесь вот была как раз-таки запара. Где-то вот тут. Вот, а вот. Вот здесь я когда спрыгивала, он, короче, у меня так соскальзывал. И я, короче, падала просто вниз. Да как он меня надоел, а? Ладно, все. Вот это вот про... Это лаг. Вы понимаете, что это, ну, как бы... Это лаг, этого не должно было быть. Поэтому мы сейчас будем сохраняться, извините, и перезаходить.
Сохранить во время боя? Вы серьезно? Как я убью этих дурачков? Они им урон не проходит. Так, минус один. Че они там все завертели, закружились-то? Так. Все, помер. Блин, а он все равно сейчас не сохранит ни хрена. О, попало, слава богу. Присядь! Я не понимаю, реально! Блин, они просто как эти. Куда мне дальше? Вниз? Надеюсь, что да. Что, все? Это конец? Ну, пожалуйста, зацепись. Что за идиотизм, объясните мне. Я не понимаю эту игру проклятую. Просто не понимаю. В чем проблема сделать нормальный квест? Я реально, я не понимаю. Все, теперь мы вообще не загрузимся, да? Естественно. Да я бить, блядь, ебучая! Все, нахуй всю эту залупу. Продолжим уже в следующей серии. Я надеюсь, блядь, она будет. Так что ты пока подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, нажимай на колокольчик, там все уведомления. Спасибо, что стоишь на моем канале, смотришь мои видосы. А мы встретимся в следующей серии. В скобочках нет, блядь. Пока.